Бассейн, суперсовременные лифты, подземный хозблок. В 7-м микрорайоне вовсю кипит стройка. На объекте трудится в две смены свыше 60 специалистов. Здесь же 20 единиц техники. Бульдозеры, краны, экскаваторы. Здание площадью 3000 квадратов. Вместимость 240 мест. Закончены земляные работы. Ведется возведение фундаментов. Гидроизоляция стен вертикальная. Также ведется монтаж плит. Ниже уровня земли расположится кладовая, прачечная, гладильная комнаты. Многослойная наружная стена толщиной в 400 мм будет отвечать за микроклимат в помещении. Монолит в качестве обшивки, а это еще плюс 140, итого 520. Для сравнения, плотность стены в жилом доме 300-350. В здоровом теле здоровый дух. В детском садике будет бассейн, размер чаши 7 на 15 метров. Ну, конечно, надо микрорайон такой большой строится, куда детки будут ходить в садик. Нам нужен садик, нам нужен спортивный центр, чтобы дети развивались. Меня папа возит на машине в садик. Я хочу, чтобы тут построили садик рядышком. Уникальность стройки еще и в темпах строительства. Уже в ноябре дети смогут пойти в ультрасовременный сад. Специалисты уверяют, при таком темпе работ это реально. Максим Кембель, Андрей Богдан, Бобруйск, 360.